следующая страница журнала. Вы увидите сейчас драматические кинокадры, снятые 5 лет назад на юге европейской части нашего содружества, в бассейнах Дуная, Тисы, Самоша, Прута и их притоков. Но сначала короткая предыстория. В тот майский вечер 70-го года на восточной окраине Венгрии, в деревне Комна-Тотфалу, люди ложились спать, не подозревая, что на утро от их усадеб останутся только печные трубы. Карта погоды, показанная в тот вечер по телевидению, вызывала досаду, но не встревожила. Над Карпатскими горами опять были нарисованы облака, источающие дожди, но этот рисунок появлялся на экране вторую неделю, к нему привыкли. Волна половодья с верховья в Самоше подкатила к деревне в 3 часа ночи. Люди просыпались от непонятного грохота, криков соседей, доносившихся сквозь шум ливня. Привычно тянулись к выключателям, но свет не загорался. Мысль о наводнении не укладывалась в сознании. Обычно ему предшествовал настолько заметный подъем воды, что крестьяне успевали принять меры предосторожности. К тому же Самош на всем протяжении огражден защитными дамбами. Чтобы прорвать их или перехлестнуть сверху, нужно время. Кто мог подумать, что за 2 ночных часа Самош способен подняться на 3 метра, а через час еще на метр? На рассвете, когда гидрологи стали определять масштабы бедствия, деревни Комна-Тотфалу уже не было. Люди бежали, прихватив случайные вещи. Тех, кто не сумел выбраться из деревни ночью, разыскивали и спасали с помощью вертолетов. Такая же участь постигла еще 32 венгерские деревни. В то же утро мы узнали, что выше по течению этих рек на территории Румынии бедствие приняло ужасающие размеры. Несчастье обрушилось и на советскую Молдавию. Под угрозой оказались северные районы Югославии, Воеводина. Я работал тогда в Венгрии и поехал в район бедствия к городу Сегеду. Он находится примерно здесь, на Тисе. Дороги были залиты, меня посадили в самолетик гидрологической службы. Мы спускались там, где шла самая напряженная борьба со взбесившимися реками. Сегед походил на фронтовой город. Я видел, как жалкие ручейки, ничтожные в сравнении с плещущимся вокруг морем, вроде лениво отыскивали ложбинку в брустверах из мешков с землей. Минут через 5 ручей превращался в каналец, через полчаса в стремительный поток, рвавший мешковину и тащивший за собой песок, гальку, камни.
драматические сцены. Уровень воды в реках этого бассейна приближается к максимальному примерно раз в 30 лет. Это случается в годы, когда в Альпах, если речь идет о бассейне Дуная, или в Карпатах, где берут начало Самош, Серет, Прут, Тиса, таяние снега сопровождается обильными ливнями. Только таяние или только ливни не могут причинить таких бед. В 70-м году все совпало. Я рассказываю это для того, чтобы стало еще очевиднее, какая большая гуманная задача кроется за сухими, вроде бы, строчками двухсторонних экономических соглашений между братскими странами и интеграционных планов, предусматривающих совместное строительство на этих реках гидротехнических сооружений. Венгерский город Сегет. Тот самый Сегет, где 5 лет назад было введено чрезвычайное положение, словно бы во фронтовом городе. Люди не впадали в панику, не преувеличивали опасность. Просто они хорошо помнили, что наводнение 1879 года из 5800 городских построек смыло 5500. В 1970 году Сегет удалось отстоять. Не пострадал ни один дом. А теперь в 75-м есть уверенность, что критическая ситуация вообще уже никогда не повторится. Отчасти гарантии тому новые хорошо укрепленные дамбы и прочие защитные сооружения. Но главное решение проблемы не в этом и не здесь. В сотнях километрах от Сегета, в верховьях Тисы, строятся гидротехнические узлы, которые позволят регулировать водный режим реки. То же самое делается сейчас на Дунае и на других реках этого бассейна. Задача эта международная по самой своей сути. В этой части Европы нет реки, которая протекала бы по территории одной страны или не впадала бы в более крупную реку, протекающую по землям другого государства. Поэтому Венгрия, например, может окончательно урегулировать режим своих рек только в сотрудничестве с Чехословакией, Советским Союзом, Румынией и Югославией. Такое сотрудничество налажено. Оно приносит первые результаты. Составлены обширные планы на ближайшие годы. Это относится не только к Венгрии, а ко всем братским государствам. В бассейне Дуная и его притоков нет такой крупной гидротехнической стройки, в которую не внес бы свою лепту Советский Союз. Вклад вносят наши проектировщики, строители турбин, опытные специалисты по строительству плотин, монтажники. Большой гидротехнический узел сооружается на реке Прут. После того, как здесь будет создано водохранилище протяженностью более 80 километров, река уже не сможет выходить из берегов. Переносится на новые места деревни, веками страдавшие от половодья. Около 1500 гектаров орошаемых земель поступят в пользование жителей этих деревень. Работают здесь опытные мастера своего дела, накопившие богатый опыт на гидротехнических стройках Украины.